Всем привет, с вами Шмыга, вы на канале Шмыги, сегодня играем в игру под названием Зомботрон. Что-то почему-то очень много зомби в последнее время появилось в игровой индустрии. Ну и в принципе ее и как бы, ну, всегда было, но что-то в последнее время очень много. Так, давайте-ка, знаете что, давайте-ка в настройки немножко. Да, в принципе, все так нормально. По звуку, давайте по ходу игры. По звуку, да, по ходу игры будем уже определяться, там будет как бы громко, не громко или никак. Эш, задроить люки и поставить корабль на пассивную систему охраны. Blaze Rush. Эш, люки заблокированы, пассивная система охраны активирована. Как далеко до источника сигнала? До источника сигнала приблизительно 5-6 километров. Отлично, надеюсь, что прогулка окажется легкой. Эй, держи меня в курсе событий и живой активности. Принято, берегите себя, капитан. Управление по умолчанию, мы... А, слушай, тут не прыжок. Прыжка нету, да, на пробел, а есть... Ты, то есть, на В нажимаешь, хорошо. А, и прицел, понял. Опа-па-па-па. Так, то есть здесь мы вот как бы... Рукопашная атака. Хорош. То есть какие-то тут... есть какие-то минеральчики, да, у нас? Ой. Извиняюсь. Вот это я лошара. Слушай, непривычное управление, но во всех вот таких инди-играх, в которые мы с вами играли, да, все время была какая-то такая вот специфика, что ли, да, управление, что оно такое немножко как бы как у всех, но как бы не как у всех. Вот. Опа-па-па-па! Вот это обманчик. Да ёп, пара. Вот это обманщик. А слушай, а у меня хп-то, смотри, сколько мало. А как повысить хп где-то можно или нет? Тихо. Это все боеприпасы, конечно. Боеприпасы, конечно, хороши, но как бы хорош. Хорош. Давай-ка мы хпшку найдем, да? Ай! Хорош. Конец игры. Что-то как-то быстро. Что-то как-то быстро, да, ты не находишь? Так, ну слушай, ну дай еще разочек. Ну это было... Это было очень, конечно, да, это было смешно. А, то есть мы заново будем смотреть это все, да? Я тебя понял. Да, хорошо. Хорошо. Да. Хорошо. Не, давай сразу сюда пойдем, потому что там у нас есть трупий. Да ёп! Если ты смотришь это видео, то поздравляю, рядом с тобой. Рядом, не рядом с тобой, а я просто игр-то поиграл как бы немало, да, и с уверенностью вам говорю, что я просто профессионал каждой игры, которую мне случалось играть. Да. Но то, что ты думаешь, что я как бы лошара, это как бы, ну, типа, ну, как бы... Нет. Да, специфичное управление. А я хорош. Я куда-то прошел или не прошел? Я не понимаю.
А как туда пройти? В смысле? А что нужно нажимать? Ага. А, слушай, смотри, тут есть герой, не герой. А хпшки? А хпшки у меня нет? Нету хпшки, да? А как туда пройти-то? А, все, понял. Прикольно. Так. Капитан, вы меня слышите? Прием. Да, что случилось? Прием. Радар засек движение живых существ в нескольких сотнях метров от вас. Прием. Можешь опознать существ, что за форма жизни. Прием. Размер от 5 до 6 футов, температура тела около 20 градусов, информация о данной форме жизни в базе данных отсутствует. Прием. Можно ли определить, агрессивны ли они или нет? Информация о данной форме жизни в базе данных отсутствует. Да ты... Да что залазило, как компьютер? Нет, в базе данных? Ладно, далеко они еще. Прием. Хочу вам напомнить, капитан, что я и есть компьютер, а существа приближаются, будьте осторожны, прием. Ладно, Эш, не обижайся, я тут один в неизведанном мире в соседстве с неопознанными существами. Нервы на взводе. Попробую сам разобраться, что это за живность, конец связи-зи. Связи-зи, так а что разбираться, у меня 3 хп, куда ты будешь разбираться, алло? А, или в новом этом будет хп полностью или нет? А, хер. Был не сдержан, был не... Да не, ну а... Так, сейчас, надо привыкнуть. А я с самого начала буду за это? Ну я без хп, типа, да? Пять звезд я получил каких-то непонятных, да? Что это за звезды? Дай хп, пожалуйста. Или хп вообще не будет в игре. А почему? Я же... Ну, ребят, ну это нечестно. Ну хорош, ну хватит. Да блин, да нет, да? А можно сначала начать? Блин, ну я не хочу, ну блин, потому что я в этих кустах потратил всю хпшку себе. Я понял тебя. И я тебя прекрасно понял. Это не мое. Не мое такое вот. Ну ладно. Блин, надо в голову стрелять, а не вот так вот криво, да? О-о-о-о! Ребят, ну да, я здесь буду очень долго, видимо, проходить, потому что я полное днищенское дно. Не, ну блин, с 5 хп, как хп по это самое. Не, на самом деле я сейчас... Я сейчас, на самом деле, это сейчас пари, это самое, к управлению привыкну немножко и буду крошить их. Просто крошить в мясо, да. А, приседать на S, вот ты тупорылый, конечно. А, шмыга. Хорош. ХП можно повысить где-то или что? А, вот повышается ХП вроде как, да? 9 ХП. Ох ты, скотина умная. Смотри, убежал. Ты там сгоришь или что? Лечение Q. Отлично.
Почему не в голову? Так, май... Ой, хорош. 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 В смысле, а почему ты в голову ты не попадаешь? Алло, братан, брателла. Тихо. Че, ничего не будет там? Ничего не упало? Так. Ах ты собака, тварь. А как здесь сделать, подожди? Ух! Хорошо хп-ха, короче, да, типа осталось. Я забываю, что на пробел нету прыжка. Вот это меня, конечно, вообще, ну, типа, под это самое подводит очень сильно, потому что я думаю, что есть, а на самом деле нету. Ну, в принципе, вы видите, какая здесь графония, какая здесь все. Тупой баран. Просто тупой, тупой. Извиняюсь, ребят. Извиняюсь. Сейчас все будет нормально. С самого начала опять я играю, да? О, да ладно, я скинул на него типа бочку и... Да ладно, прикольно. Блин, я опять хочу этот... Нажать пробел. Блин, эти монетки надо собирать по ходу дела, да? А то они... В смысле? А чего я... Что-то зацепил, наверное, эти растения сверху, да? О боже мой, это самое ужасное прохождение, которое вы когда-либо видели в играх. Да-да-да-да. Но, ребят, это все-таки первый взгляд, и все, отстаньте. Так, здесь я хорош, я уже понял. Здесь я могу уже все что угодно делать. Давай, иди сюда, падла тварь. Я забываю, что здесь, короче, как в шутере можно перезаряжаться. Это как бы немножко это, ну, ты знаешь. Да ёп... Да не, ну это какой-то, блин, ну как это, блин, ну... Можно, подожди, а да я поменяю, знаешь что? Да, я понял тебя. Дай сюда. Да, ну, по-моему, в этих-то ничего нету, да?
Так, здесь была хпшка. Подожди. Тут же была хпшка раньше, нет? О, да ладно, я нашел какой-то секрет. Секретик найден, смотри-ка. Опа. Опа-пара. А! Сюка. Напугал меня, как не знамо кто. Так, и что теперь получается? Я типа модный молодежный, да? А хпшку-то дай. Тут же была где-то хпшка. Или что, или не дашь хпшку ты? Хорош. Не надо прыгать. Можешь просто вот так сюда зайти? Не можешь? Почему? Не можешь? Почему? А, вот так, вот так. Лечение Q. О, отлично, лечение есть. Так, все. Пища с конты. А, ну тут, короче, на пище все. Подожди, а что у меня, типа, тут оружие? А, это что такое? Подожди. Рукопашная сотка. Скорость атаки 1,5, цена 45. Патроны. Броня 8. Броня 5. Броня 8. А почему? Ну, а почему ты ее одел? Ну ладно. А, подожди, мы вот так сделаем для начала. А теперь внимание. Так, окей, все. Здесь мы разобрались. Отлично. Ай! А я-то почему вспотел? В смысле не вспотел, а загорелся, алло. Бред, почему я загорелся-то? Я же далеко вроде был, нет? Так, ну ладно. Да не, ну что ты делаешь-то, ну? Да иди ты на! О, да ладно, я нашел пушечку, типа, да? Ну, да, я... я дальше, чем первый уровень, я, мне кажется, не пройду. Давай. Давай, мразота. Хорош. А, по-моему, в этих ничего не было, да? Вот здесь, да? Да, что-то забываю, что здесь... О, боже мой. Ну, хорош, ну хватит. Мне уже стыдно, на самом деле, это выкладывать. Ну, хорош. Ну, хватит, ну, забей. Ну, ты же можешь. Ну, давай. Ну, ты же можешь или не можешь? Я не понимаю. А кусты, наверное, можно сбить, да? Я это про...
это забей, это просто забей. Я просто провалился и дальше, да. Ну, я привык к шутерам, а, ребят, ну, извиняйте, да. Но надеюсь, что мы эту, за эту серию хотя бы пройдем первый уровень, да. Я на это на самом деле очень сильно надеюсь, да. А где второй? А, второй все, потому что на него упал кусок, да? Вот я не понимаю, ему попадает же в голову вроде, нет? Да хорош! Тут еще и прыжок, короче, ну это просто жесть. Тут еще и прыжок зависит, а... ну да, я понял. То есть, короче, от прыжка здесь тоже можно умереть, понял? Это просто какие-то муки, я не знаю. Это, да. Это тени умирают дважды. Слушай, ты что такой быстрый-то, а? Там прибежал такой. Я забыл опять, ребят, соряныч. Просто соряныч. Я играю 20 минут, я не продвинулся по сюжетке вообще никуда. Я не продвинулся в уровне и вообще никуда. Это мне нравится, я очень люблю такие игры. Да, все равно в этих бочках ссаных ничего не будет, так что забей. В смысле? Хорош. Хорош. Ко мне. Ах ты, собака, падла, тварь. Да ладно, а сейчас не умер, лол. Почему? Я же в голову ему попадаю, нет? Или что? Или типа там как бы определенная часть головы нужно типа попадать или как? Что происходит вообще? Ай! А, все закрыто это или типа нет? Кувалда какая-то, что-то еще. Откуда он прибежал, мне интересно, как он? Он откуда там? Как, откуда, где? Откуда он был? Тут вроде жрачка должна быть, да, ага. Осторожно. Давай, давай, иди сюда. Не ссы. Не ссы в трусы, давай. Хорош. Так, я излечился вроде, да? Немного. Немного. Так. Надо повыше стрелять, ну. Ой!
Ай. Вот зараза какая, смотри, хотел меня обмануть. Подожди, а там проход есть или нет? А кусты я не могу, типа, да? Угу. Скорее всего, не могу я кусты, это того самого. Хорош, двоих сразу чпокнул, смотри какой. Какой молодец. А? Так, и автомат, да? Не могу, короче, я два сразу этого говна, да? Ага, хорош. А, и мы переходим на уровень, да, или нет? Мы вроде здесь были или не были? Так, подожди, инвентарь... А, не инвентарь, а вот этого, да? Ну-ка, надень. Ну-ка, надень. Одень, в смысле, одень, надень. Какой блок? Чё за бред? 40 патрончиков, да? Fucking shit. Пол хп снял, падла, тварь. Да, прикольно. Надо, короче, разрушать все это говно и его сверху фигачить. А я что-то, короче, лоханулся, как лоханулся, да? А лоханулся, так лоханулся. Да, да. Ну а как вы хотели? Как вы хотели? Стопэ. Хорош. Так, мне туда никуда не пройти. Хорош. Бам! Да, хорош. Точность, конечно, зашкаливает у этой пушки. Я тебе так скажу. Кто там? Иди сюда, падла, тварь. Ну быстро. А что там за в маске за у этот уродец? Вообще, у меня еще есть лимонка есть, но подожди. Иди сюда. А, у него просто, короче, щит, типа, новый уровень, да, у меня? У Шмыги новый уровень, посмотрите, в этой игре. Кто бы мог подумать? Блин, не убил его, да? Жалко. Хорош. Слушай, я где-нибудь, наверное, тут просрал этот... секретик, наверное, да, где-нибудь здесь был. Ать. Опа. Опа. А, нет, это не в броне он все. А подожди, он же там был в броне, по-моему, нет? Слушай, а патронов-то нету. Давай-ка перейдем на рюкзак. По одному будем. Так, я могу силу, ловкость. Ну, давай выносливость сделаем. Почему? Почему я ударился? Я, короче, не понимаю. Тут какие-то есть цветочки, типа, видимо, наверное, да? На которые нельзя, типа, ступать. Или чего? О! Ничего себе! Ну, это, конечно, бредятина. Такая бредятина, что просто жесть. Не. Ну, ладно.
Так, хорошо. Хорошо. Я тебя понял. Я тебя понял, негодяй. Так решил со мной, да, играть? Ай! О, хорош! 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 Да, тут вот это вот управление, оно, конечно, меня немножко бесит. А, я когда умираю, у меня не возвращаются патрончики. Вот оно в чем приколиус-то. Да. О! Прикольно. Стопэ. Бита. А, у меня есть контейнер с едой. Ну, давай биту. Надеть, взять. Подожди, а как пользоваться гранатой? На тройку? Хорош! Патроны появились? Нет, он мне не дал патронов. Чего теле... Что там теле? Что написано слева, я не понимаю. Теле-пере-кере... Что? А, ИР, перезарядка, типа. Так а что, я же сделал. А, еще можно? А, еще 3 очка! А, я тупой, да. Ну, бывает. На! Лечение вопрос. Ку? Ну, давай вопрос. Ну, в смысле, не вопрос, а давай. Ну, блин, а как его за... Блин, у меня нет патронов, ребята. А что, как делать без патрон? Как играть? Надо, видимо, заново начинать, что ли, или как? Ну, типа, блин. Ну, вообще, короче, нужно без умерствлений, да, играть? 10.53 у меня, да? Ах ты, падла, он отошел. Видел? А, так это ж... Да. Надо экономить патроны, поэтому... Давай-ка вот так. Так, сейчас. Да блин! Да блин! Блин, один патрон зря за это самое заюзал, да? А, я же могу лимонку кинуть сюда, по идее, да? Или нет? Да, вообще. Так, лечение.
Последняя лимонка, короче, осталась, да? Так, вот так делаем. 208 хп у нас остается. Так, у нас 10 патрон. Так, сейчас, надо вовремя выстрелить просто. Раз. Блин. А! Собака ткнул. Ткнул меня, падла тварь. 5 секунд еще у меня лечилка есть, типа, да? А, его можно было этой банкой сбить, да? По идее. Опа-па! Так, ну чё, я хорош или я не хорош, как ты думаешь? А? Так. Я забыл, что это просто... Ребят, на этом я первую серию по данной игре заканчиваю. И, ребят, я знаю, что это было отвратительно и ужасно, но... Но, да. Увидимся на второй серии. Я, наверное, рестартну и до сюда дойду без умиротворений со всеми патронами. Всем счастливо, всем пока, с вами был Шомега. Пока-паки. Паку-паки.